Всем привет! Саш, привет! Доброе утро! Начинается у нас отпуск немножко. Собираемся ехать в путешествие небольшое. Небольшое. По Германии покататься. Забираем вас с собой. Только по Германии. Ну, ты сейчас все секреты расскажешь. Собираемся мы ехать, забираем вас с собой. Смотрите, с погодой нам сегодня здесь повезло, а дальше посмотрим. Так что оставайтесь с нами, надеемся, будет интересно. Сегодня мы едем в сторону Люксембурга. Так что надеемся, будет интересно. Саша, как всегда, тарится. Пока я собиралась, он уже здесь весь мотоцикл загрузил. Саш, мы куда едем сегодня? В сторону Люксембург. Да. Так что вот, собираемся. Уже все полностью загрузили. Так что, ребят, оставайтесь. Поехали вместе с нами. Да, Саш? Угу. Угу. Погнали. Мы поедем и помчимся на оленях утром ранним. Выехали мы сейчас с дома. Едем еще по нашему городку. Ну что, счастливой нам дороги. Дальней дороги. Сегодня где-то нам предстоит около 300 километров ехать. Ну, плюс-минус, да, Саш? Где-то примерно так. Надеемся, с погодой нам повезет. Ну, что еще скажи? Ничего, что самое главное, чтобы дождя не было, а там пофигась. Да. Ну, все равно для страховки мы забрали с собой куртки, чтобы одеть. Да, дождевики, так что надеемся, все будет нормально. Счастливо нам! Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Заехали в такую интересную деревушку. Как называется? Хезель? Нусель? Как? Ну, ладно, без разницы. Короче, недалеко от Оффенбурга. И нам тут так нравится, такие домики классные стоят. Смотрите, церковь. Угу. Просто проездом вот так. Интересная, или деревушка, или маленький городочек. Баура живут, частные дома. Смотрите, какие прикольные. Дорога тоже узкая такая, да? Ну, видите, недалеко от Келя. Прямо ехать. Дровник, дрова как приготовили. Ну и в принципе все. Выезжаем мы с этой деревушки. Вильштедт сюда направо. Ой, птички. Погода хорошая. Блин, столько птичек. Хезельхурст называется. Смотрите, природа какая у нас. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade.
fade away. Да, с нашим навигатором не соскучишься, блин. Я говорю, сейчас будет смешно, если мы сейчас еще через Штрасбург поедем, блин. Это вообще финиш будет, блин. Вот, ребят, сейчас мы едем по Келю. Смотрите, какой Штрассенбан, трамвай стоит. А мост какой красивый спереди, вообще. Шикарный. Здесь мы с Сашей останавливались, здесь есть, ну вон там, бесплатная парковка, а потом можно на Штрассенбан прям в этот, в Штрасбург поехать. Вот он как раз и есть. Ну, вот он, смотрите. Мужик выглядывает, смотрит, что ты там показываешь. А, поехал. А парковка вот здесь, вот где-то мы парковались, а, вон туда через этот мост, и там есть бесплатная парковка. Ну, направо. Угу. А, под мостом, да, вот сюда. И там бесплатная парковка. О, здесь полицай полный. Смотрите. Та-да-да-там, поехал трамвай. Прикольно. Что, все, заезжаем во Францию? Сейчас мы заезжаем во Францию. Смотрите, пароход плавает. Прогулочный. Вообще шикардос. О, все, мы во Франкай. Саша, здесь только по-французски надо разговаривать. Ну, ну ладно, ну хотя бы с французским акцентом. Хорошо. Ну здесь сразу отличие, сразу. Дома отличаются, смотрите какие. Ну, многоэтажные вот эти, видите, постройки какие. Сразу, только пересекли Рейн, заехали во Францию, все по-другому. Видите, спереди французы едут. Что стоим, дорогие товарищи? Вон, видите, какие у них дома, балконы какие. Здесь тоже интересные. Да. О, молодежь куда-то собралась. Здесь статуя какая-то у них. О, как будто железная гибоида. Железный дом как будто. Во, смотрите, какой дом, балконы какие. Вообще, обалдеть. Спереди мост еще один. Вон тоже дом какой высокий, как вышка стоит. А здесь таночка у них посреди поля. Смотри, у них чуть-чуть дешевле, да? Да я не поняла, где там дизель стоит по-ихнему. У них самое дорогое, что есть, у R89. А-а-а. А у нас самое дорогое, 2.20 где-то. О, слон, видите, моется, это у них вашенлага такая. Ну, машина мыть там. Автомойка. Думаю, как называется. Автомойка, блин. Вон, смотрите, стоит корабль. Корабли стоят. Угу. По Рейну, которые ходят. Большие, да? Ничего себе, с этой стороны Рейн. Вон. Птички летают. Видите, какие у них дома интересные. Здесь справа полукругом, здесь вообще интересные, какие-то конусные все, угластые такие. Конусные, угластые. Ну, кто нас давно уже смотрит, тот уже с нами приезжал сюда. Да, мы тут уже проезжали. Мы и проезжали, и на Штрассенбан ездили, приезжали, и... Смотрите, какие у них дома интересные, да, углами. Драйбэй стоит. Здесь тоже какой-то гибоида. Это не дом, Саша. Это, мне кажется, штатовские парковки. Городские. Много их тут, да? Многоэтажные такие. Городские парковки. Вон там классно так. Вроде бы в туннель. Ну, поедем в туннель.
посмотрим, что у них там. Угу. Везде окна открыты. Заезжаем в туннель. Хватит. Саша говорит, ты все, весь туннель. Ну вот. Выезжаем в свет. Спереди мост такой, да? А мы все едем и едем по Франции. Смотрим их достопримечательности. Ух ты, Уфен прям драусен. Печка у них на улице была на дровах. Прикольно. Смотрите, у кого-то дом какой. Под замок. Вилла, ну. Ну, интересные, конечно, постройки у них. Сколько едем, только рты открыты. Смотрим в сторону. По сторонам. Но у них столько земли, я заметила, между домов столько места, не так, как у нас в Германии, напичкано все. Очень много цветов маков. О, смотрите, тачка какая. Очень много маков. Проезжали сейчас, там прям поля, аж красные-красные, красивые такие. Да, у них здесь, конечно, ограничения такие. Все на куче стоят, все разные, а потом пойми. Да? Нет, не заметила. Саша говорит, для автобусов везде свои полосы, где им ехать. Угу. Говорит, это для автобуса полоса. Смотрите, тоже домики как построены. Остановки у них вон какие. А это для великов, вот для автобуса. Вот для автобуса без крыши и с крыши. Очень много ремонта здесь на дорогах. О, там люди что-то на полях делают. Клубнику собирают. Саша, что, скучно ехать? Ну. Да тут, блин, дорога вся прямая, прямая, да? Все прямо-прямо ехать. Это мы еще едем по Франции. Сколько еще будем ехать, не знаем. Ой-е. Где наш Шварцвальд? Где наши курвы? Где наши серпантины? Не говори. Вроде бы горы, блин. А я говорю, немцы, они бы уже вот так вот все бы, блин, все перекрутили бы, перевертели. На, французы у них как линейка, блин. Саша возмущается. Едет прямо, скучно. Все прямо, прямо, прямо. Снимать нечего. Через деревеньки, через городки. Вроде бы, блин, и по горам едем, а такое ощущение где-то по полю. Ну, а у нас в Шварцвальде. Не успеешь камеру выключить. Глаза только прикрыл, уже что-то проспал. А здесь все прямо, прямо, прямо. О, что сидим? Автобус ждем? Привет, привет, дядька. Что-то ждет, сидит. Опять заехали в какую-то очередную деревушку. Смотрите, какие домики. Вау, со времен войны, наверное, там. Стены какие каменные у них везде, да? Смотрите, постройки какие. Вау, ничего себе. А здесь, я думала, речка может бежит, а там никакой речки нету, там просто лес такой. Мы сейчас еще едем, все, до сих пор по Франции, смотрите. Сейчас остановились на светофоре. Какие у них бордовые, красные дома. О, и очень-очень много, да? Наверное, у них мода такая. Вот желтенький стоит. Но очень много красных домов. Вау. Вот это да. Вот это да. Дом как
какие тут дома. И здесь тоже ставни закрыты. Интересно, как такой старинный город, а? Я тоже не глянула, я тоже не посмотрела. Да и толку, прочитаем, все равно не поймем. Супер У, магазин у них. Подземная парковка, наверное, там. В Супер У мы тоже ездили с тобой, помнишь? О, городок, это, видимо, их не фудство у нас здесь. Видите, в центр сам идти. Боже, какие дома. Вы только обратите внимание. Замок какой-то стоит. Угу. Смотрите, стены какие. Угу. Статуя. Обалдеть. Здесь, видимо, парк какой-то слева. Тоже, видите, какие дома. Обалдеть. Вот тут речка. Этот склист. Ну да, француз свой, чё. Че, Саш, подъехали немножко отдохнуть. Но подъехали сюда. Посмотреть немножко. Речечка, смотрите. О, там даже этот светофор. Да, давай сделаем фоточку на память. Припарковались здесь, у дороги. Немножко передохнуть. Ну и поедем дальше. Смотрите, дом какой гибой-то. Где-то музыка играет, лайв музик. Где фуд-зона, а где площадь это? Красота какая тут, да? Ну вот, мы, как я и показала, здесь припарковались. Купили билетик, там надо было в автомате задавать номера, так что задали, взяли билетик, идем, хотим немножко прогуляться, посмотреть их достопримечательности. Саша спереди жирует, я как всегда сзади. Смотрите, кафешка какая. Вообще вид потрясающий здесь. Вода так шумит. О, здесь туалеты, смотрите, городские. Иду, иду. Вот здесь сам центр, зона пешеходная. Прикольно. О, какие клубнички поставили для красоты.
клумба какая. А здесь аттракционы. Ну, сейчас все закрыто вот здесь, и там карусель для детей. А здесь, видимо, кафешка какая-то. Смотрите, как дом оформлен. Интересно. Сейчас иду к фонтанчику, подхожу. Здесь посидеть можно. Вон там для детей покататься можно. Аттракционы. Ой, фонтанчик какой. Водичка какая. А здесь кто сидит? Тетенька. Саша.